точно. Все-таки некоторую поправку. Я не понимаю, что такое 20-минутная лекция, поэтому это будет как достаточно короткое обзорное сообщение о местах массовых захоронений жертв советского террора. Значит, я дам небольшой обзор проблем и сегодняшнего состояния нашего знания и сегодняшний, ну, как бы результат мемориализации последних 30 лет. А дальше мы можем перевести это уже в режим вопросов и ответов. Значит, знаете, нам показалось крайне уместным именно в формате обсуждения и реализации замечательного проекта «Последний адрес» поговорить о местах массовых захоронений жертв террора. Потому что этот проект посвящен и занимается памятью вот этого последнего адреса, да, то есть памятью домов, памятью людей, памятью города. Но дальше во многих случаях мы не знаем, где лежат эти люди. И в чем наше сегодняшнее понимание того, как это было и что это вообще были за места? Понимаете, дело в том, что тайна казни – это была одна из самых строгих, постоянно соблюдающихся тайн памяти. Места расстрелов и захоронений тщательно скрывались. Тщательно скрывались и, собственно говоря, и до сегодняшнего дня эти места остаются, как правило, неизвестны. Тайна казни, тайна места захоронения скрывалась в разные годы по-разному. Но никогда она не была явная, и даже после открытия архивов документально эти места не зафиксированы. То есть, понимаете, конечно, и сегодня мы получаем постоянные ответы из архивов ФСБ о том, что место захоронения родственники пишут, общественные организации, краеведы постоянно запрашивают архивы с требованием сообщить, где находится там место захоронения, в такой области, в таком городе, в каком-то регионе. Значит, что сразу надо сказать, что в чем и получают стандартный ответ. Место захоронения такого-то человека или место захоронения в таком-то регионе неизвестно. Да? Ответ из архива. Значит, знаете, надо быть наивными людьми, считая, что в архиве есть такие документы или как бы комплекс документов с перечнем всех мест захоронений, да, и географическими координатами. Таких документов прямых не было, такого делопроизводства не было. Однако косвенные данные по местам захоронений в архиве отложились. Но проблема заключается в том, что именно к этим вот косвенным документам, да, по которым можно восстановить место расстрелов и захоронений, к этим косвенным документам доступа нет. И, значит, какие в принципе это могут быть документы? Это могут быть внутренние хозяйственные документы, где зафиксированы машины, где зафиксированы поручения, местные командировки и так далее. Да? То есть вот такой набор документов, из которых можно, исследователь может определить, где это находится. Потом я на некоторых примерах покажу, как это происходило там, где случайный доступ к таким документам имелся. Значит,
Вот именно к хозяйственной деятельности. Да, а потом, что такое место захоронения? Да, и это какая-то территория. На эту территорию выезжали машины. Естественно, происходили какие-то происшествия. Они тоже фиксировались. Да? После проведения казни писались отчеты. Да? Вот. К этим документам, еще раз скажу, доступа нет. Доступ есть к архивно-следственным делам, в которых не фиксировалось место захоронения. Ну, кто ознакомился с материалами архивно-следственных дел своих близких, те знают, что в конце дела есть акт о приведении приговора в исполнение. Содержание этого акта, дата, ну, понятно, имя, дата и подпись исполнителя. Для Ленинграда, как правило, это подпись Поликарпова, ну, во время Большого террора. В 30-е годы это Матвеев. И по этим подписям можно предполагать, то есть не предполагать, а быть абсолютно уверенным, что казненный был расстрелян в пределах Ленинграда или ближайших окрестностей. А тем не менее, поиск мест захоронений – это как бы найти, узнать могилу. Это, наверное, самое главное такая для родных и близких, потерявших своих родных, это самое непроходящая боль поиска места, вот положить цветы на могилу. Уже с того момента, когда люди точно знали, что их отец, муж, дед расстрелян, то вот как бы самая такая вот важная интенция – это найти это место и положить цветы. Вот. И этот поиск не прекращался никогда. Ни в годы террора, ни после. Он возобновился в послевоенные годы. Люди все время искали. Если до того момента, пока считали, что их близкие живы, писали запросы в разные лагеря, получали фальшивые справки или фальшивые свидетельства, как 10 лет без права переписки, либо фальшивые свидетельства о смерти по каким-то болезням, выпавшим на период Второй мировой войны. Значит, то уже с того момента, когда знали, что их родные были расстреляны, искали само место, где. Да? И вот что удивительно, что, то есть не удивительно, наверное, естественно, что вот этот импульс и важность, главная цель поиска – найти место, где они захоронены, был до конца 80-х годов, когда уже возникло движение, мемориальское движение, оно возникло в разных городах, и в разных городах стали возникать такие поисковые группы, которые искали места захоронений. И вот тут выяснилась совершенно поразительная вещь. Я не могу об этом не рассказать, что оказалось, что эти места, несмотря ни на какие строжайшие инструкции о секретности, о тайности мест захоронения, да, о сокрытии документов и материалов, оказалось, что современники событий эти места знали. Мы сталкивались в разных местах, в разных городах мы сталкивались с вот этим непроходящим знанием. Но приведу только один пример. Это касается
Ленинградской области. Место, про которое я потом скажу, это место называется Ковалевский лес. Расстрелянные по делу Петроградской боевой организации, это август 21 года, а в октябре 21 года на этом месте была задержана женщина Мария Петровна Спира, которая пришла на могилу расстрелянных. Да? И вот эта память продолжала сохраняться, она отразилась и в устной традиции, и в воспоминаниях и так далее. Да? То есть вот понимаете, насколько люди, которые жили в годы террора и уже тогда искали, да, они знали эти места. И до нас дошло очень много таких свидетельств. И в районе Кангаса, это между Всеволожском и Токсово, то же самое. Длинные поиски мемориальской поисковой группы 90-х годов, которые наконец увенчались успехом, и было обнаружено место захоронения, уже вызвана была и прокуратура, и судебный медицинский, и эксперт уже работал. А вы знаете, Женя, это я отвлекаюсь, я не буду обращаться к слайдам, Женя будет в некоторые моменты их показывать в соответствии с моим рассказом. Все, работают эксперты, работает прокуратура. И тут мы совершенно случайно поднимаем голову наверх и обнаруживаем, что на очень старой сосне, на безумной высоте, высоты, ну сколько, 4 метра, помните, Михаил Сергеевич, мы видим венок, старый-старый венок. Да? То есть кто-то это место, которое было обнаружено многолетними поисками, кто-то пометил до нас, да? То есть память все равно сохранялась, места знали. Вот. Значит, итак, сейчас очень коротко, наши знания нам на сегодняшний день о том, какие места захоронений существуют в Петербурге и Ленинградской области. Значит, сразу хочу ввести такую, ну, извините, промежуточную типологию. Да? Есть места массовых захоронений, которые места расстрелов и захоронений. Да? Условно будем называть это лес, да? Куда привозили живых людей, там производилась казнь, и там же на месте их захоранивали. И другое место, другие места существуют. Это не только в нашем городе, не только в нашей области, это везде так устроено. Места, куда привозили уже казненных, да, и там проводили захоронения. Вот эти, вот это будем сразу различать, это разные совершенно места. В нашем городе первым местом расстрелов и захоронений была Петропавловская крепость. Значит, у Головкина-Бастиона с конца 17-го, как минимум до 19-го года, производились казни. Мы не знаем точного числа казненных. В 9-13 годах при строительстве дороги к вертолетной площадке, ну, в 9 году были обнаружены первые останки, после этого были проведены серьезные археологические исследования Владимиром Гильдюшевским, были обнаружены 4
братских захоронения, из которых было поднято более 100 останков. Почти одновременно с Петропавловской крепостью существовал расстрельный полигон в Ковалевском лесу. Это находится в районе 4-го километра по дороге жизни, где-то 900 метров сразу за Цветком, если вы движетесь в сторону Всеволожска, и в глубину на метров 900 километр находится вот такой вот пороховой погреб. Здесь производили казни с 18 до 21 года. Кроме того, вы понимаете, что тюрьма не самое такое место, в котором комфортно, и поэтому очень много умерших по естественным причинам, да, умирали в самих тюрьмах. И в некоторых тюрьмах были одиночные расстрелы, и людей, погибших или умерших под следствием в тюрьмах, хранили на городских кладбищах. Производилось это на примыкающих к основным захоронениям территориях, без опознавательных знаков, как правило, в ночное время. На одном из больше всего таких захоронений было на Преображенском кладбище. Здесь был установлен памятник. Эти участки на городских кладбищах, они фактически утрачены. На разных кладбищах. На Охтинском был такой участок, не только на Преображенском. Утраченный, естественно, опять же, извините за слово, естественным путем, потому что это участки, примыкающие к основным захоронениям. На них не было опознавательных знаков. При расширении кладбища они ушли под вторичное захоронение. Локализовать их практически невозможно, кроме одного кладбища, это Преображенское. На Преображенском кладбище, когда строилась дорога, была отчуждена территория санэпидемстанции послевоенной, и поэтому этот участок более-менее зафиксирован, но тоже очень условно. Сейчас я рассказала историю до начала Большого террора. Да, во всех трех случаях, это Петропавловская крепость, Ковалевский лес и городские кладбища, нет ни одного прямого документа. Да? Вот. Значит, приказ о большой террор, операция по большому террору начались 5 августа. И помимо того, что в большой террор очень резко изменилось просто количество и арестованных, и количество расстрелянных, увеличилось и количество умерших в тюрьмах. Это люди, умершие под пытками. Пытки были разрешены, и по оценкам разных историков, занимающихся статистикой террора, есть данные, я не могу их откомментировать, я цитирую данные других исследователей, что во время Большого террора процент умерших доходил до 6-8% от арестованных в разные месяцы. Это чудовищная цифра. А при этом эти люди погибали и умирали до приговора. А это значит, что их нет, но большинства.
их нет в мартирологах, потому что они составлены по приговору. Есть свидетельства о вывозе для захоронений на Преображенское кладбище в августе, в сентябре 1937 года. Это в следственном деле священника Преображенского кладбища, который тайком отпевал захороненных ночью. Сам он был арестован, расстрелян тоже в 1938 году. И вот по этому свидетельству, вот то, что я предупреждала, да, есть целый ряд косвенных свидетельств. Вот есть такое свидетельство из следственного дела этого священника. Судя по всему, к сентябрю появляется уже новая инструкция. Кладбище не справляются, тайная операция может быть, у них было такое слово, расконспирирование, да? Вот из страха расконспирирования, судя по всему, выделяется участок леса в районе поселка Левашово. Есть документы о выделении участка земли, но эти документы относятся уже к 1938 году. То есть как бы задним числом это не вызывает как бы сомнения, что в 1937 году этот участок использовался. Он использовался в 1937. Но все-таки вернусь к поиску. Итак, 1988 год, 1989 год возникает первая поисковая группа. Руководителем этой поисковой группы был Валентин Тихонович Муравский. И весной 1989 года поисковая группа подошла к высокому зеленому забору. Я думаю, что здесь присутствующие, наверное, все были в Левашово и знают, как это выглядит. Нет? Жень, давайте тогда перескучим. Значит, вот видите, зеленый забор, к нему подходит поисковая группа. Выясняется, что эта земля, за забором есть пост. Его охраняют военнослужащие, о них спрашивают, и есть даже фотография такая, разговор через забор. А что вы, собственно говоря, охраняете? Они говорят, а ничего мы здесь не охраняем, здесь пустой лес. Но это 89-й год, активная общественная позиция, активная. В общем, в эти годы происходило все очень быстро, и уже... И в июне разрешен первый доступ на территорию Левашовской пустоши. И дальше начинается удивительная история. Да? То есть массовый интерес 1989 года, он породил безумное количество публикаций, безумное количество ответов. Очень быстро КГБ тогда еще подтвердило, да, это то, что вы ищете, да, это место массовых захоронений. Уже к этому времени было известно, что в Ленинграде, Ленинградской области в годы Большого террора расстреляно около 40 тысяч человек. И, понимаете, с одной стороны, журналисты, естественно, заблуждаться, и они преувеличивали цифры, а с другой стороны, была специальная, ну, можно сказать, операция КГБ по дезинформированию, потому что поиски в эти годы велись по всему городу, было очень много собрано свидетельств, и что были захоронения в районе Пушкина, и платформа «Морская», и так далее. И вот эти все поиски шли параллельно. И был такой вброс, что все, вы все нашли, все в Левашово, да, все в Левашово. Но документов нет. А есть такое подтверждение, есть даже письмо Куркова,
о том, чтобы немедленно признать, что да, Левашова является местом захоронения. Документы, вот эта схема, Женя, вернитесь еще раз, появилась, появилась через несколько лет. Значит, эта схема, это схема Левашовской пустоши, на которой вот очень важная, вот очень важная вот здесь надпись, потому что здесь написано, что с сентября 37 года. Очень важная вот эта цифра, общее количество 19450, да? Вот. А дальше это загадочный документ. Он до сих пор бытует и неоднократно опубликован без архивного адреса и без объяснения, что это за документ. На запросы ФСБ, которые были, начиная с 93 года, мы постоянно запрашиваем познакомиться с подлинником этой схемы. Ответ – отказ по разным совершенно причинам. Значит, когда мы спрашиваем его архивный адрес, этого документа конкретного, единственного документа, он говорит, что у него нет архивного адреса, мы его просто так в архиве нашли. То есть вот такое содержательное, да? Что же это за документ? Поэтому все, что мы можем про него понять, это лист миллиметровки. Вы видите заломы. Заломы очень хорошо видны. Он был в сложенном виде, где-то хранился. Значит, сразу объясню, почему его в руки не дают. Потому что на оборотной стороне должен быть номер листа, да, в каком деле он лежит. Пока мы его в руки, оборотную сторону, не взяли, мы не можем увидеть ни номера листа, никаких указаний, откуда он взят. Он вот существует один, без привязки к делу. Но, тем не менее, он достаточно информативен, и с него можно многие вещи считать очень важные и интересные. Во-первых, смотрите, вот тут заголовок, схема, кавычки, дачи, да, вот, количество захоронений, вот, и вот здесь, вот внизу, есть некоторые даты, точечки и так далее, но я вам лучше перескажу. Значит, эта схема составлена по опросам шоферов в 64-м году. Она должна находиться в деле, но это опять же предположение, в деле о закрытии могильника. По требованиям 60-е годы, значит, по требованиям санэпидемстанции нужно было составить план захоронений и нужно было написать количество здесь лежащих захороненных людей. А так как эта документация, судя по всему, в НКВД не велась, то задним числом по опросам шоферов они пытаются создать эту схему. Значит, что вот это, что это за штриховки? Это места захоронений, на которых есть цифры. Потом, если кому-то плохо видно, это можно оставить на экране, можно подойти поближе и рассмотреть. Да, и здесь указаны годы и количество. Вот такая вот схема. Значит, а тем не менее в публичном пространстве и архив ФСБ и статьи мартиролога, ленинградского мартиролога первых томов, и в журналистских публикациях все время фигурирует, что это место захоронения всех жертв большого террора. Даже если опираться на вот эту цифру, на нижнюю, да, 19450, это половина большого террора. Где вторая половина
неизвестно, но есть и более сложная ситуация. Вот здесь вы видите даты, ну вот, например, вот здесь, да, 1938, 1942, 1500, да? То есть вот каждая из этих красных пятен штриховок, она подписана цифрами. Что? Да-да-да. Использовалась Левашова, ну, давайте я сейчас про 30-е годы. Так вот, если мы сложим, вот смотрите, вот здесь, 37-й год, 1000 написано, да? А, 44-й, я, знаю, вот, Жень, вот здесь. 37-й, здесь 700 человек, здесь 4000, и так далее. Да? То есть вот если мы сложим все, что относится к периоду Большого террора, то есть 37-38 год, мы получим, что здесь, даже если вот в этих рамках 38-42, 1500, вот если мы эти 1500 человек, захороненных в период с 38 по 42, да, сосчитаем в большой террор, мы получим максимум 8500 жертв большого террора, которые лежат в Левашово. Вот. И получим загадочные еще 12000 человек, которые в основном относятся к военным годам, то есть к периоду блокады. Значит, что мы знаем о погибших в тюрьмах Ленинграда во время блокады? Ну, здесь очень такая, я бы сказала, страшная история. Да? Во-первых, полной статистики у нас нет. У нас есть статистика с начала войны до октября 1942 года в Ленинграде. По политическим статьям было расстреляно 9500 человек. То есть это в период блокады. Террор не прекращался. Он продолжался. Кроме того, есть очень много свидетельств о том, что людей, арестованных во время блокады и отправленных в тюрьму, в тюрьму просто не кормили. Есть такое свидетельство, не одно, а два свидетельства о голоде в крестах. Вряд ли во внутренней тюрьме, то есть на шпалерке, ситуация была другая. Но так или иначе, даже если заключенных кормили хуже, чем... Ну, в общем, фактически арестованные умерли от голода. Да? Вот отсюда и выходит вот эта огромная цифра, попадающая на 40-е годы. То есть это фактически умершие в блокадных тюрьмах. Вот, но вернемся к... Значит, Левашово точно не может быть единственным местом захоронений жертв террора 30-х годов. И параллельно с... Да, значит, мы говорили про Ковалевский лес. Значит, Ковалевский лес, вернемся снова в 20-е, потому что только из них можно переехать в 30-е годы. Значит, Ковалевский лес, вот это расстрельное место, которая использовалась до 21 года, вот это, находится на территории Ржевского артиллерийского полигона. Значит, судя по всему, территория полигона была выбрана не случайно, потому что рядом много населенных пунктов, совсем недалеко Бернгардовка, и выстрелы, которые доносятся с полигона, они не воспринимаются как что-то такое, ну, на той полигон, чтобы там стреляли. Понимаете, да? Кроме того, полигон имеет свое
ограждение, свою охрану, и поэтому очень такое вот для тайного места захоронения вполне подходит. Вот. Но в 21-м году, как я вам говорила, опять же, говоря их языком, место было расконспирировано, потому что там в лесу задержали женщину Марию Петровну Спиру, которая пришла на могилу расстрелянных участников, арестованных по делу Петроградской боевой организации. Вот. Что значит расконспирирование для них? Что они должны перейти на другое место. То есть, начиная с 22 года, это место не используется. Дальше есть свидетельство, что используется платформа «Морская», я уже упоминала, но там поиск безуспешен, потому что это территория Лисьего Носа, которая полностью ушла под застройку. И этот период, 22-й, 28-й, 29-й год, это то, что в историографии принято называть оттепелью. Да, то есть в этот период меньше арестовывают, меньше расстреливают, и мы имеем единичные такие россыпью свидетельства, где были расстрельные места вот в этот период. Это очень небольшое, ну, по сравнению с большим террором, по сравнению с красным террором, это небольшое количество захоронений, и они оказались не найдены. Вот. Но по свидетельствам жителей финских деревень в районе Токсово-Всеволожска, уже с начала 30-х годов они возвращаются на полигон, но в глубину дальше. Ну, если вы представляете себе, вот Ладожское озеро, Всеволожск, Токсово, да, вот проведите примерно от Всеволожска до Токсово линии, вот ровно посередине было такое место. Оно упоминалось как Кориокангас, что с финского обозначает либо вересково пустошь, либо собачья пустошь. Вот. И там тоже туда подходила дорога. Завозили со стороны Ириновской дороги, то есть от со стороны Всеволожска, не со стороны Токса. А дальше только предположение, что, скорее всего, это место расстрела и захоронения использовалось и все 30-е годы, то есть одновременно с Левашово. В Левашово, опять же, это предположение, в Левашово хоронили людей, умерших и убитых в тюрьмах, потому что в Левашово привозили уже убитых людей только для захоронения, а основные казни совершались на Кангасе. Значит, мне осталось рассказать про, ну, вот это... Кангас. Так, ну и мне осталось рассказать про одно захоронение на Сиасе. Это страшная история. 8 октября 41 года из ленинградских тюрем началась эвакуация заключенных, как тех, которые были уже осуждены, так и следственных. И вот 8 октября на баржу через Ладожское озеро было посажено 2500 человек. А на Ладоге был шторм, баржа шла 5 дней, там были... Ну и ужасные условия, и там были уголовные заключенные, там были женщины, там были политические заключенные, и даже какое-то количество военнопленных очень небольшое. На этом этапе погибло 800 человек.
И когда баржа подошла, вышла к Сяси, их захоронили на берегу высокого берега. В 89-91 годах был подмыв реки, кости обнажились, там местные краеведы это обнаружили, собирали останки и перезахоронили около 200 человек из этих 800. Вот такой блокадный некрополь находится на берегу Сяси. Значит, это я рассказала о поиске самих мест захоронения. Но всех нас, естественно, интересует проблема идентификации имен. Да? Вот Левашова, а вот конкретный человек. Лежит он в Левашова или лежит на кампусе. Знаете, это самая сложная проблема идентификации даже найденных мест захоронения. Чего бы, каких бы регионов это ни касалось. Наш город только подтверждение правила. Значит, что по этому можно сказать? Вот Ковалевский лес. Здесь с 18 по 21 год расстреляно от 4 до 5 тысяч человек. Это очень неточные цифры. Дело в том, что отчеты в ранние советские годы, отчеты НКВД очень еще кривые. За 19-й год статистики вообще нет. Что? Ой, ну естественно. Вот. А за 19-й год по Петрограду статистики просто нет. Просто нету и все, не сохранилось. Вот. Поэтому это очень условные числа. Вот из них мы знаем 63 человека. 63 человека, которые точно расстреляны в Ковалевском лесу, это приговоренные по Таганцевскому делу. Да, вот их мы знаем поименно. На территории, да, то есть, конечно, сейчас речь не идет о привязке к конкретной могиле. Это вообще практически невозможно, потому что могилы общие, и есть случаи, когда это удалось, но это совсем единичные. Вот. А этот единичный случай относится к Петропавловской крепости, к идентификации одного единственного человека, это генерал-майора Рыкова, потому что в одной из расстрельных ям, в одной из расстрельных ям были обнаружены останки человека с характерной травмой, потерей ноги. Нашлись родственники, была проведена генетическая экспертиза, и вот он один из всех был конкретно идентифицирован. Значит, Левашова. Смотрите, при том, что исторически это самое загадочное место, да, и мы не знаем достоверно, что здесь есть. Но тем не менее, вот здесь есть помета буквы ЛД. ЛД. Л большое, точка, Д большое. Да? И стоит крестик. Вот. Вот здесь. И буква П и буква В. Вот. Вот это единственное место. Значит, сразу отгадка. ЛД – это ленинградское дело, а П – это Попков, В – Воскресенский. То есть кто-то в момент захоронения, в момент захоронения убитых, как вы знаете, в день вынесения приговора по ленинградскому делу, кто-то при захоронении пометил эту точку, и потом шоферы
четко совершенно поставили эти точки. Да? Вот. Итак, мы знаем, что здесь вот из 19 450 человек мы можем идентифицировать 8. 8. Понимаете? Все остальные мы не знаем. Вот больше в этом смысле повезло Сяси, потому что этот список на 800 человек был составлен еще в 40-е годы. А дело было так, людей эвакуировали, привезли, дальше должны были пересадить на железную дорогу и отправить в Томск. Значит, приказ был не выполнен, баржа не была сожжена, потому что баржа с трупами была не сожжена, а было сделано перезахоронение. И поэтому было дело, в котором разбирались. Почему комдив не выполнил приказ, не сжег, он объяснял, что у него не было соляры, а если и была, то этот, что нельзя тратить ее в годы войны, сжигать баржу, которую еще можно использовать. И, в общем, это было захоронение проведено. А тем временем, значит, люди, которые только в Томске, начали сверять этапные списки и не досчитались какого-то количества людей. Да? И поэтому, в общем, эти 800 людей, которые погибли на барже, ну, там есть тоже свои исчезновения неких дел. Может быть, не 800, может быть, там, несколько десятков мы можем поставить под вопросом. Но, тем не менее, эти люди известны. Вот смотрите, как выглядит память в Левашове. Да? То есть я вам сейчас рассказала об как бы истории места. Но память, она устроена не с такой вот железной привязкой к истории. Память, она конструируется совершенно, она живет самостоятельной жизнью, да? О том, что в Левашово неизвестно поименно, кто лежит. Неизвестно вообще, лежат ли там расстрелянные, или лежат там только люди, убитые и умершие в тюрьмах. Независимо от этого, вот начиная с 89 года, с первого посещения, еще по спискам, еще по разрешению, охрана не была снята, вместо началась стихийная мемориализация. Понимаете, вот люди, у которых тогда еще были вдовы 37-го года, и были дети 37-го года, которые хорошо помнили своих отцов, да, то есть которым было там 10, 12, 15 лет в момент ареста, да, то есть это вот очень живая такая память. И они приходили на Левашовскую пустошь и на деревьях размещали. Жень, а ничего из старенького нету? Ну вот, вот такую табличку. А некоторые писали что-то от руки. Один из памятных знаков сделан, знаете, на хлебной разделочной доске с обратной стороны выжиганием. Вот. На некоторых знаках написан какой-то текст. «Отец, мы тебя искали 53 года». Или какое-то проклятие палачам. И все это размещалось на деревьях, потому что все, уже ну надо же куда-то положить цветы. Понимаете? И люди, которые ставили памятники своим близким, они понимали всю эту условность. И это оказался такой... А еще есть что-нибудь? Ну, просто... А, ну, не важно. Там же стали возникать мы их называем коллективные памятники, такие этноконфессиональные памятники, памятники, которые либо по национальному признаку, либо по профессиональному вот энергетикам.
было дело глухонемых, 53 человека глухонемые были расстреляны за шпионаж. А вот, в общем, и вот эти памятники. Сегодня в Левашово более 30 вот таких коллективных памятников, разбросанных по лесу. И уже заметно более 1000 личных. И личные все время появляются. Понимаете? И вот это общий кинотав. Потому что нет привязки. Нет вот, кроме тех 8, про которых мы знаем, да, что вот они точно там захоронены. Нет привязки. Но это место памяти. Это место памяти, на которое приезжают люди. Приезжают всегда 30 октября. Город дает автобусы, люди туда приезжают. Ну вот очень интересно. Жень, а верните снова тут картиночку. Вот очень интересно, как с годами произошла некая нормализация памяти. Вот если первые таблички, они были, как правило, самодельные, выжигания на досочке, очень интересные какие-то из ободков такие сделанные, как подковы, иногда просто проволокой прикрученная полиэтиленка с файликом, с текстом, да, но они какие-то вот такие вот все были самодельные, то постепенно, вот уже последний десяток лет, они стали стандартно кладбищенские. Во-первых, появилось очень много наземных, стандартных надгробий, заказанных на действующих кладбищах и привезенных туда, поставленных вот с цветничком. Или вот эти вот таблички, тоже заказанные на эмальке. Первых табличек таких практически не было. И вот оно постепенно, визуально превращается из такого особого места памяти, да, в мемориальное кладбище, да, с вот этими. Причем вот на другом таком же кладбище, но я сегодня не буду про него рассказывать, тем более, что мы в ближайшее время сделаем просто презентацию этого сайта, да. Там даже есть, ну и в Левашово так, знаете, сделано как насыпь, да, надгробие такое. То есть это уже не просто вот знак на дереве, что где-то здесь, да, а как-то вот стали устанавливать надгробия, похожие на могилы. Ну вот, со столиками, со скамеечками, то есть вот все более и более оно становится традиционным, ну, визуально традиционное кладбище. Ну вот, наверное, на этом мы закончим. Никакие 20 минут, конечно, не получились, но сами виноваты, сказали лекции. Ну, да. Если можно, вот, да, конечно. Может, чтобы упустила, значит, прозвучало, но понятно, качество архива далеко не немецкое, извините. А вот если можно еще раз прокомментировать, может, я упустил, доступность на сегодняшний день к архивам, связанным с репрессией. Значит, понимаете, здесь... понятно. Это понятно, что было непонятно. Значит, к какой части архива? К архивно-следственным делам конкретных людей доступ есть, безусловно. Близким любых годов, просто исследователям должно пройти 75 лет. Вот. Да, есть некоторые, ну, как всегда, некоторые игры, а вот эти документы окажутся закрытыми почему-нибудь. Мотивировки интересны какие-то. Мотивировки вот. Ну, мотивировки значит, такие, что если это большое групповое дело, 75 лет не прошло, да, нет, вот условия, большое групповое дело, 75 лет не прошло,
Значит, вы являетесь родственником, вы имеете право читать документы, только относящиеся к вашему родственнику. Вот. Но там тоже не все так просто. Вы можете потребовать те документы, ну, допрос его подельника, если это допрос о нем. Понимаете? Ну, то есть вот, потому что сходу они закроют просто все, дадут анкету, допросы и так далее. В связи вообще с организацией мемориала вы занимаетесь, угу. Хотите в общем картину себе нарисовать, скажем, вот по тем же захоронениям и прочее. Я понял, что архивы плохие и не очень что-то доступно. Может, я неправильно понял? Нет, вы правильно поняли. Да, значит, да. Доступно архивно-следственное дело. Так или иначе. Общественная организация мемориала. Да, да, тоже доступны по запросу. Mm-hmm. Вот, нам предоставили, если прошло 75 лет. Если 75 лет не прошло, они недоступны. Для исследователей, для мемориала. 75, это мы еще не дожили до 37-го года. Нет, 37-й мы уже пережили. 50, да, 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 только вот, да. Вот тогда вот про это. Вот, это доступно. Если вы родственник, доступно любому. Угу. Вот. Более того, родственники еще в 90-е годы нам просто писали доверенность на ознакомление с делом, и мы знакомились очень часто, особенно вдовы и вот, дети, не хотели, то есть они хотели получить, но они не хотели идти в ФСБ. Да, они просили нас это сделать, чтобы мы скопировали, принесли, и тогда они уже дома, ну, дома как-то спокойнее было. Поэтому такие вещи, таких вещей было много. Но вот теперь снова, да, вот в архивно-следственном деле информации про места захоронения отсутствует. Понимаете, их просто там нету. Вот есть акт о приведении приговора в исполнение, смысл которого, что человека убили. Казнили такого-то числа и такой-то исполнитель. Все. Значит, сведения о местах захоронений находятся в их производственном архиве, а он недоступен вот и никогда не был доступен. То есть хозяйственная часть архива ФСБ. Ну, какая, как же, что должно быть? Наряд на машину должен быть. Бензин должен быть, шофер должен быть, и нет. Что? И землеотвод, ну, да, должен детали, быть. Да, вот что какая здесь мотивировка, вот. Прошло столько лет, извините. Они говорят, он... понимаете, дело в том, что мы, у них нет, значит, это архив ведомственный, да. А раз он ведомственный, значит, у него нет правила доступа к их внутренним документам. Но они отвечают на запросы. Мы пишем запрос, сообщите место захоронения в Ленинградской области. Они пишут, у нас нет таких сведений. У них нет. Ну, во-первых, и они, извините, тупые, и найти не могут, потому что это такой особый поиск, где искать, в чем. Нет у них карты захоронения, это правда. Они его не вели. У них нету перечня захоронений, расписанных по годам. Это правда. Вот это, извините, не понять, да, такое масштабное событие важное, и чтобы нельзя было при желании государству с этим разобраться, вот это, извините, сторонний человек, вот это очень непонятно. Нет, это очень понятно, потому что у них была, у них была инструкция. У них была инструкция о тайных захоронениях. Значит, совершенно четко в инструкции было написано, что расстрелы должны производиться. Даже в определенные часы, в ночные часы, да, что не могут быть произведены. И поэтому во всех отчетах четко написано, в какое время, в их внутренних отчетах. Да, да. Но иногда они вываливаются в разных регионах, особенно в начале 90-х, кое-что из них повывалилось. Поэтому и там есть это. Значит, приговор приведен в исполнение в 4 часа, там 50 минут. 4 часа ночи. Вот, понимаете, вот это четко. То есть секретности до сих пор не снят с тех материалов, которые могли пролить свет на масштабы и конкретизировать, да. Все места. Почему грех секретности не снят, не ваше дело, грубо говоря. Я так и нам отвечаю. Ну, наверное, да. Другими словами. Но
Может быть, ты откомментируешь еще про... Что касается масштабов, если... Да-да-да, про масштабы, про масштабы. Что касается масштабов, то, конечно, масштабы террора определяются не данными о местах хранения. Они определяются, если говорить о большом терроре, в особенности, то есть вот массовых операциях 1937 года, они определяются очень жесткой и обязательной системой отчетности. Вот, скажем, операция по 447 приказу, то есть это та операция, которая... Выйди сюда, потому что люди мешают. Которая осуществлялась так называемыми тройками НКВД в каждом регионе. Эта операция требовала отчетности из управления НКВД региона в 8-й отдел НКВД СССР каждые 5 дней. То есть каждые 5 дней за подписью начальника УНКВД региона, ну, например, Ленинградской области, уходила шифротелеграмма. Уходила шифротелеграмма с сообщением в исполнении директивы номер такой-то, я не помню ее, это директива об отчетности с длинным номером, сообщаю, что с, допустим, 15 по 20 октября 1937 года было тройкой УНКВД по Ленинградской области вынесено столько-то приговоров по первой категории, столько-то приговоров по второй, то есть расстрелов, да? То есть столько-то приговоров по второй категории из... Да, но я объяснил. То есть первая категория – это расстрел, вторая категория – это лагерный срок. Из них бывших кулаков столько-то, уголовников столько-то, по первой категории, из них по первой категории бывших кулаков столько-то, уголовников столько-то, прочего антисоветского элемента столько-то. По второй категории столько-то, из них бывших кулаков столько-то. И это, значит, за этим довольно жестко следили. Конечно, иногда в региональных управлениях халтурили и не посылали вовремя эти отчеты, или они терялись в центральном аппарате, но в целом картина восстанавливается и восстановима. И, соответственно, мы можем, в общем, без особенных, это то, что касается отчетности по так называемой кулацкой операции, по операции по 447 приказу, самой массовой, да? Есть еще операции по национальным линиям, массовая, а также по Харбинской линии, которая примыкает, то есть кавжединцы, которая примыкает к национальным линиям. По ней тоже есть отчетность, она чуть-чуть более сложно устроена, там декадные посылки альбомов в центр происходили, и поскольку окончательный приговор выносился так называемой центральной двойкой комиссии НКВД и прокуратуры в Москве, по всем регионам, по крайней мере, до сентября 1938 года, то, значит, эта отчетность, это центральная отчетность. И есть документ, так называемый отчет Ежова, октябрьский 1938 года, который подводил бабки и по этой бухгалтерии национальной, так называемой по национальным приказам. А тоже, значит, можно... Это не очень надежный документ, но тем не менее можно более или менее точно оценить вот эту сумму. Но документы работы военной коллегии Верховного суда, они изучены довольно подробно, и там тоже, значит, легко оценить цифры. Данные по операции по 486 приказу по женам, ну, по членам семьи изменников Родины, так называемой, тоже есть нечто вроде итогового документа, который подписывал уже не Ежов, а Лаврентий Павлович Берия, когда уже операции были операция была закрывалась осенью 1938-го. Насколько верить этим цифрам, мы не очень знаем, но, ну, а почему бы и не верить? Более или менее похоже на правду эти цифры. В общем, в целом, по массовым операциям
37-38 годов, а также по военной коллегии Верховного суда СССР, в том числе и выездным сессиям, данные суммарные есть. И, значит, сложнее с военными трибуналами, потому что архивный материал по военным трибуналам разбросан, и мне неизвестно документов, в которых суммируются цифры по военным трибуналам. Но их не так много. Не так много, как по массовым операциям. Да? А также вынесение приговоров спецколлегиями обычных судов. Это что же? Обычные суда тоже в это время интенсифицировали свою работу и выносили приговоры. А также ОСО, особое совещание при НКВД. Там тоже своя статистика есть. Но, в общем, короче говоря, я что хочу сказать, что на самом деле, если говорить о цифрах, итоговых цифрах Большого террора, то мы довольно точно уже сейчас можем сказать, сколько людей было убито за эти два года, а сколько людей было отправлено в лагеря или в ссылки. Ну, если хотите, могу примерно назвать эти цифры. Это не включая депортации того времени, я имею в виду прежде всего корейскую депортацию, да, а только расстрелы и лагерный приговор, это около 1 400 000 человек. Из них где-то 37-38 год. Зависит от того, что мы считаем началом Большого террора. Если мы считаем началом Большого террора 30 октября 1936 года, то есть момент назначения Николая Ивановича Ежова народным комиссаром внутренних дел СССР, то получается одна цифра, а если мы считаем началом август 1937 года, то есть начало массовых операций по приказам НКВД, да, то другая цифра, значит, соответственно, варьируется от 1 400 000 до 1 600 000 человек. Значит, из них около, вот по незаконченным еще подсчетам, ну, скажем так, аккуратно, чтобы не преувеличивать, не менее 840 тысяч – это расстрелы. Это расстрелы. Вот вам общая оценка. Извините. Большого террора. Спасибо, вам, немножко вот сегодня ваше сообщение посвящено именно, вот, извините, как бы помягче сказать, вот ужасом с тем, что до сих пор где, как и что захоронено. Это уже второй шаг, и прозвучало так, что вот первая основная информация есть, а вот дальше что-то очень тяжело пробиваться. Вот это мне не очень понятно. Но это относится, наверное, уже к тому, очень. Понимаете, дело в том, что все найденные места захоронений, они найдены не по архивным документам. Да, то есть всегда первично поиск не архивный. Да? Кто-то что-то, знаете, вот уже много раз на экране вот этот пороховой погреб появлялся. Знаете, у местных жителей, не знаю, моих ровесников, уж точно не ровесников событий, да? А это фигурирует как тюрьма. При том, что это погреб. До сих пор не дают возможности по второму шагу, значит. Ирина Анатольевна, я правильно понимаю, что это ваше последнее замечание относится к местам захоронений именно в Ленинграде и области? Да, да, да. Я рассказываю. Потому что, насколько я понимаю, Сандармох – это все-таки результат в значительной степени архивного поиска. Да, там был другой поиск. Но это крошечная история. В большинстве случаев, первичен устное предание. Устное предание, проверка устного предания. Помощь властей в архивах. Иногда они подключаются в момент, когда уже. До сих пор не рвутся. Ну, все, я вот, наверное, выразился. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Я могу позволить себе сделать замечание одно к докладу? Да, пожалуйста. То, что Ирина Анатольевна упоминала о захоронении об одном человеке в Петропавловской крепости, расстрелов
18-19 года в Петропавловской крепости, да, генетическая экспертиза действительно была проведена в отношении одного человека. Но это удивительная история. Этот контр-адмирал Рэков, которого опознали по отсутствующей ноге. Но я сразу хочу оправдаться. Я в тот момент еще считала, что я уложусь, если не вдаваться. Но да. Поскольку сейчас уже снявши голову по волосам не плачет, вместо 20 минут у нас оказалось сейчас уже, по-моему, 1:10. Это уже ты мне помог. Да, это уже с моей помощью, да. Значит, это удивительная история. Была опознана могильная яма, была вскрыта могильная яма, вот археолог Кильдюшевский ее вскрыл. Было обнаружено, если я не ошибаюсь, 19 останков. Так, коллеги мои все ушли, и мне интересно, а я боюсь соврать цифру. По-моему, 19. 19 человек. Сколько? 19. 19, правильно, 19 останков. Из них... Вот один человек без ноги, одни останки, я не знаю, как грамматически правильно это сказать, были, одни останки были идентифицированы как женские. Значит, подняты даже не архивные, а газетные материалы декабря 2018 года, и было обнаружено, опубликованное, тогда публиковали в газетах все это дело с большим удовольствием, постановление ВЧК, о расстреле 19 человек, в том числе контр-адмирала Рыкова, о котором было известно, что он в Порт-Артуре в 1905 году потерял ногу, и одна женщина, фамилию я сейчас не помню, значит, и было совершенно ясно, что что в этой яме лежат эти 19 человек. А для того, чтобы полностью в этом увериться, вот была проведена генетическая экспертиза останков предполагаемого контр-адмирала Рыкова, это тоже удивительная история, но как она была проведена? Обнаружились родственники контр-адмирала, и хотя дочь его давно умерла, но были найдены письма, которые она писала в 40-е годы своим родственникам. Ну а как письма писали в 40-е годы? Как заклеивали конверты? Слюной. Значит, на конвертах остались вот высохшие эти следы слюны, и они именно и были подвергнуты генетической экспертизе. И сравнено с генетической экспертизой останков этого человека. Ну и экспертиза показала очень высокий процент, сильно за 90% вероятность совпадения. Да. То есть был установлен действительно, как Ирина Анатольевна сказала, с помощью генетической экспертизы один человек, но поскольку было очевидно, что если это Рыков, то все остальные 18 тоже по имени идентифицируются, то таким образом было установлено имя 19 человек. Вот это... для России, для Советского Союза, в общем, уникальный случай идентификации. То есть могила 19 известна достоверно. И Ярославского здесь или фонд, да, 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 да. И в Воронеже. В Дубовке. Да. Ну и еще я могу привести пример. Еще я могу привести пример Барнаула, где на одном из мест захоронений был обнаружен среди останков записная книжка, дневничок человека, которого везли этапом с Дальнего Востока. Это 22-й тоже год, по-моему, если я не ошибаюсь, да, Тань? 22-й, или, может быть, даже уже 23-й год. Везли этапом из Владивостока, довезли до Барнаула и там расстреляли. А, значит, вот по этому дневничку... был идентифицирован этот человек, а стало быть и место его захоронения. То есть вот останки, которые там были найдены. И с большой степенью вероятности та партия заключенных, которых везли вместе с ним, возможно, тоже лежит там же, в этой. Но это уже гипотеза. А вот про этого конкретного человека, я про барнаульский случай рассказываю, тоже известно.
И вот такие как точечные случаи, поименная идентификация, попадаются. Иногда по вещам личным возникают более или менее правдоподобные гипотезы. Какие-то, я не помню, вот не помню, какие, может быть, Ирина Анатольевна мне подскажет, какие-то гипотезы существуют относительно этих четырех великих князей, которые с личными вещами, нет? Да, конечно. А? Нет, в принципе, известно, значит, что они, что их останки по разным письменным мемуарным свидетельствам, известно, что их останки, что их расстреляли у Головкова бастиона Петропавловской крепости. Конкретная яма, по-моему, неизвестна, да? Нет. Хотя какие-то предположения на этот счет я слышал, но это предположение. Ну вот, собственно, все. Спасибо. Я про Рыкова рассказал более подробно эту историю. Спасибо.